Miss International 2013 is Miss Philippines. Победительницей конкурса Miss International 2013 стала филиппинка Беа Роуз Сантьяго. Она смогла обойти 66 других конкурсанток из разных стран мира в соревновании, которое входит в так называемую «большую четверку» главных международных конкурсов красоты. Для Филиппин это уже вторая победа в этом году. В августе 2013-го филиппинка Меган Янг завоевала титул «Мисс Мира» на конкурсе, который проходил в Индонезии. Что касается «Мисс Интернешнл», то в этом соревновании участницы из Филиппин побеждают уже в пятый раз. Сантьяго, работающая моделью, в своей речи поблагодарила все страны, которые помогли Филиппинам справиться с последствиями тайфуна Хайян. «Весь мир увидел, как страдала моя страна, и все государства одно за другим предложили помощь. Я хочу поблагодарить все народы, которые в труднейшие для моей страны дни оказали поддержку. Я поняла, насколько важным для нас является просто помогать друг другу». Она также посвятила Филиппинам свою победу. «Это для Филиппин. Я люблю вас, Филиппины. Это также для тех, кто меня поддерживал, для моей мамы, для мисс Аранетта, первой мисс Интернешнл, которая меня учила. Спасибо. Это также для Японии. Я люблю Токио. Спасибо». Вопреки традиции, согласно которой корону победительницы передает мисс предыдущего года, в этот раз это сделала мисс 2008 из Испании Алехандро Андреу. Мисс 2012 года из Японии не смогла появиться на публике, поскольку вовлечена в судебную тяжбу с одним из актерских агентств, которое, по ее словам, обманывало и запугивало ее.